Хеллоу всем сладкоежкам по ту сторону экрана. Сегодня на 89-м этаже происходит самая вкусная и сладкая вечеринка уходящего года. Шоколад Руби. Прямо сейчас презентация. Смотри. Я знаю, вы идейный вдохновитель сегодняшнего мероприятия. Расскажите об атмосфере, которая сегодня царит в зале. Руби Найт оказалась очень интересным мероприятием. Об этом говорят все участники. Мы здесь представили всевозможные виды десертов и сочетание блюд с новым видом шоколада, четвертым видом шоколада Руби. Этот вид шоколада зажигательный, как аргентинская танго, яркий, как вся эта яркая ночь здесь, и удивительно, как вид новой шоколада. Вы представлены в 50 странах всего мира. Мне, как русскому человеку, интересно, как развивается бренд в России. Российский потребитель очень открыт к новым вкусам. И поэтому мы ждем, честно говоря, что Руби ждет большой успех в России. Российский рынок шоколада — это второй по величине рынок шоколада в мире. То есть мы реально страна сладкоежек. Вот. И кроме того, мы сладкоежки очень любопытные. Мы очень открыты всевозможным новым вкусам. Итак, мы добрались до вишенки на торте, и эта вишенка называется шоколад с закрытыми глазами. Сегодня признаться четвертого направления, четвертого шоколада. Какой он лично, на ваше мнение? Этот шоколад, безусловно, интересный и заслуживает внимания. Он имеет фруктовое послевкусие, которое я для себя раскрыл не сразу. А сделав там 3-4 дегустации, я как-то меня зацепило. И мне это очень понравилось. Ну, реально, это другой вкус. Я имею те же самые рецепторы, что и все остальные люди. Но поскольку я занимаюсь продуктами питания, я четко отличаю вкусы. Это другой сорт. Это не тот же самый молочный шоколад или недозревший, темный. Это другой вкус. Он действительно раскрывает всю прелесть какую-то фруктовых нот, небольшой кислинки, приятное послевкусие, ощущение какой-то молочности или даже сливочности во рту. Ну, в общем, это надо пробовать, это так не передашь. Я очень люблю сама по себе шоколад. Наверное, я не могу обойти даже без него дня. Вот, и мне очень нравится шоколад Руби. Вы слышите музыку на фоне? Сейчас именно там проходит мастер-класс по аргентинскому танго. И вот именно с этим танго ассоциируется вкус у нас. Сексуальный, возбуждающий вкус. Хочешь научиться танцевать? Съесть шоколадку Руби.